А, мы можем через дырки вот эти пролазить, охренеть. Нормально. Нормально. То есть все так разом поумирали. Неужто так костюм помогает? Так, там какие-то крики, что кто-то не хочет умирать. Помогите нам. Я бы сразу все получил. Так, теперь понятно, для чего лестница нужна. Так, как надо разобраться нам вниз или вверх? Логики вверх. Давайте глянем, что здесь внизу. У нас даже туда не пропускает. Ладно, погнали наверх. Очередная загрузка. Кстати, я покоцаться даже где-то успел. 94 хп. Ну, вы, кстати, мои хпшки не видите, потому что здесь моя вебка. Да. Ух ты, ух ты, ух ты, блядь! Приятель, что за херовина? Просто упал с лестницы. Я разбился. Здорово. Че это за кроты? Я вам башку отстрелял. Ой. Тын-тын-тын. Лови. All right, let's move. Так, ты можешь мне ствол дашь? Ой-ой-ой. Давай, мочи его, мочи. В рожу ему стреляй. Молодец. Вот это, все, давай. Отходи, отходи. Лёд, красавчик. Медленно стреляешь, но лучше, чем ничего. Так. Фонарики. Я тут был. Ух ты, вон они идут. Гады. Давай. Подожгливо. Так, мне кажется, тут патрон тратит. Давай. Можно поджигать вот этими палками. Так, это ты. Так, ну давайте возьмем. Покинем туда. На всякий случай. Было чем защищаться. Так, как у нас броня. Продолжаем. Так, ну и куда нам идти? Сюда? На. А, нет, значит это не она поджигла. Так, чувак, ты меня не стреляй. Давайте их пока мочи, а я гляну, что здесь. Половая. Они тоже. Давай мочи его. Так, здесь раздевалка была. Что у нас в раздевалке? Живой? Мистер Краб. Так, раздевалка была, не он броник. Давай мочи, мочи, мочи. Ходи, ходи. На, ты чувак просто срал всю дорогу. В итоге высрал краба. Вон она как их съедает. Пушка эту. Мме. Так. Лечимся. Да, мы не можем. Но я сюда зашел чисто глянуть. Можете гнить оружие. Чисто на всякий пожарный. Так, брони нету. Кончилось.
личных патронов есть. Ну ладно, погнали. Погнали к выходу, пока нас тут не завалило. Так, тех типов он, надеюсь, убил. Так. Так, где еще забаррикадировано? Ебать! Какого хера? Ты че? Я тоже так могу. На нахуй. На нахуй. На тебя. Чертила. Урну меня кинул. Так. Давай мочи их пока. Персонал вон туда. Я, братан, стреляю. Стреляй. Я буду байтить его на себе. Так, здесь ничего интересного нету. Есть какая-то кнопочка, которую нельзя нажать. Здесь закрыто. Так, ну да, здесь хоть и открыто. Этот, помогите. Элт, иди, стреляй. Вон в ту врать, давай. Бери. Мочи. Все, ништяк. Нормально ты попал. С первого раза. Короче, уехать нас. Ну, уехать просто не получится, потому что все здесь. Вон, видите, челик упал. Поэтому мы заблаговременно сохраняемся. И придется лезть в нору. Сюда вот. Не зря я его заметил сразу. Так, здесь без подъебона. Надеюсь. Так. Наши крючилочки. Так, что это было? Ага. Монтировка. Знаете, гандон. Вот эти звуки родные. Ну, первые халявы, они, конечно, другие. Но, тем не менее, наше первое оружие. Но же наше любимое. Вот так вот проверяем. Ты мертвый? Ты мертвый. Ты тоже. Так, здесь вроде нам ничего не надо. Здесь закрыто. Так, значит, можно выйти сюда. Дырку в стене. Так, здесь. Пожалуйста. Раз у тебя болит голова, то мы тебя вылечим. Так, фонарик. Предупредительный. Давайте тоже предупредительный. Мейкер. Чужуешь? Все. Вечеринка закончена. Так, здесь все закрыто, но благо. Можно же, да? Убить окна. Но залазить в них, к сожалению, нельзя. Так что такая тема не сработает. Все, открылось. Что произошло? Я даже понять не успел, как я нахер отлетел. Все, мы сейчас быстренько опять сюда добежим. Бежим. Берем нашу монтировочку. Так, ладно, играться не сильно не будем. Будем монтить. Пешечки нам еще пригодятся. Кстати, прикольно, когда вот так вот бьешь монтировкой по воздуху. Он медленно бьет, когда бьешь по предмету. У него как будто берсерк вселяется. Он начинает разматывать этой монтировкой. Налево, направо.
И про патимейкера не забудем. Гейм овер. Так, здесь нам вроде ничего не надо было. Единственное, что нам надо было, это сохраниться. А здесь какие-то необъяснимые аномалии. А, нас дверьми придавило просто. Да, понятно. О! Пушечка. Ну, в принципе, я здесь монтировкой справлю. Челик. Облегчим твою смерть. Так, ну, понятно. Здесь уже походу все. А, не, смотрите, я наладил. И она даже сработала. Слишком много загрузок на уровне. Загрузки отстой. Ждем загрузку. Значит, она особо долгая какая-то. Так, в общем, мы выбрались в основной ярус. Первое, что мы видим, это, конечно же, Крабхед. Который вроде как хочет выбраться. Давай, я облегчу твои страдания. Патроны надо экономить. Так, вот этот ящик. Написано не поджигать. Так что, наверное, лучше его не поджигать. Так, сейчас. Можем, не сможем. Конечно же, сможем. Залезь сюда. Так, туда нельзя. Еще произошло. Так, какого хера? Пацаны, походу мы тонем. А, все нормально. Это просто лифт упал. Так, вот я так и знал. Да ладно, я тебя так и хочу. Будем я еще на тебя патроны тратить. Ух ты, блядь! Так, вот эти штучки надо аккуратно. Можно вот так вот сделать. Могу пройти. Придется все-таки тратить патроны. Ну вон он. Пошел. Надо было в морду ему встретить. Ух ты, ё-моё. Эти псинки будут порезвее. В них стрелять уже не жалко. В общем, короче, что произошло? Произошел какой-то сбой. И вот эти вот расколы энергетические, которые они так яростно исследовали, они стали сродни порталу. И вот типы, вот эти вот и всякая прочая нечисть из этого портала заскочила. Так, здесь, наверное, что надо делать? Подставлять. Так. И пролетать сюда. Аптечка. Так, с аптечкой можно сохраниться. И закрыто. Минус 96 градусов. Неужто это костюм у меня? Так, ну ладно. Вперед. Не крутится. Так. Сюда по-любому кто-нибудь вылезет. Так, понятно. Я мертва. Иди-ка ты. Тебя брать нельзя. Нельзя. Врач. Со спины напал. Сюда не уводит. Вот отсюда.
Там, кстати, челик сидит. Можно заранее уж мякнуть. Че, думал, на этом мануть нас, да? А я тебя монтировкой добью лично. Так, надеюсь, взрывов здесь никаких не будет. Опять что-то флевоново. Давайте посмотрим. Птичка. Кстати, зря я взял, рано, наверное. О! Выжившие. Thank God. Слава Богу! Слушай, я знаю, где можно вооружиться получше. Неподалеку отсюда есть комната охраны. Возьми меня с собой и открою дверь. Окей, братан. Погнали. Его, конечно, убьют. Но будем надеяться. Дверь открыть он успеет. Идешь? Идешь. Сюда. Ух ты, блядь. Чё, дядь, кидаешься тут? Ты чё, монтировку давно не лупили? Ну. Этого челика он добил. Так, здесь типа не ломается. Спасибо. Так, есть гранатки. Это уже неплохо. Так. Да не я. Так. Ну, судя по всему, здесь остается. Ну. А мы продолжаем наше путешествие наружу. Так. Я пришел, да? Здесь я его встретил. Так. Отсюда мы, получается, лучше. Даже. Даже. Блин, обидно, что здесь карты нету. Так, обычно тэп нажал. И все. Карту посмотрел. Так, куда нам? Здесь мы были. Здесь мы были. Так, ну внизу мы тоже были. Значит, где-то здесь. Что ли, это не до конца выпустили. Вторая. А, вот. Или не вот. Тоже не то. Мне не кажется, чувак. Это нифига не занимательно. Дверь не откроешь мне? Начинается головоломки. Так, короче, это мы выкрутили. Лампочки горят. Вот water предвел. Клапан на горячую воду номер 2. Так, горячая вода для чего нужна, чтобы растопить? Который ключ. А растопить нам надо что? Возможно, вот это. Нифига. Ладно, смотрим здесь. Тоже закрыто. А, вот, смотрите. Вот мы открыли, да? Первый, второй отсек. Этот мы, по-моему, открыли. Этот тоже. Так, здесь по-любому есть какая-нибудь затаившаяся тварь. Да ладно. Как лохов позвали. Ух ты, блядь! Взрывается? Она взрывается. Так, ой, ебло. Ой, не. Монтировочку просто.
Так. Это плохо. Сейчас покосится. А, спай получили. Не такие уж и не сильные. На всякий случай. На уверочку. Тоже труп. Так, если он вылез отсюда, значит нам все надо. Еще патроны. Так, здесь пусто. Пусто. ПЛ-4. Вот это, да? Оу. И такой жесткий. Давайте монтировку тестим. Обратно. Что это было? Короче, я упал в дырку. На эти штучки патрон не подсчет. А эти можно и так вынести. В принципе, урон не сильно наносит. Кстати, это челик, сюда я упал. Ну ладно, пока вроде все по плану идет. Ища загрузка. Сколько я уже? 6-7 загрузок насчитал на первом уровне. Осторожно, скользкий пол. Так, фонарик можно включить. Ну и вот вроде мы куда-то выбрались. Сначала чекнем сверху. Ну, куда бежим. Так, здесь закрыто. Здесь тоже закрыто. Ну, еще один новоприплывший. Так, вниз нам ехать не надо. Этот телепортик нам дает намек на то, что нам сюда.
всякий случай. И залазим мы сюда. Здесь, ну, что нужно сделать? Судя по всему, нажать кнопку «Выкл». Включить. Энергию мы подали. Печка. И что нам это дает? Активирует лифт. Лифт везет нас еще ниже. Вроде как мы собирались выбираться из бункера. Ну, начинается какая-то игру. Что это идти? Не-не-не, спасибо. Я бейсбол помню. Мерзость. За мерзость. Давай, мочи. Ой-ой-ой, что-то их слишком много. Так, надо, наверное, к краю отойти. Только если что, они падали вниз. Внизу, я думаю, что там меньше проблем доставят, чем здесь. Может, они разобьются? Все надо валить, нифига они не разбиваются. Все, ребята, ставьте меня в покое. Leave me alone. Так, можно немножко полечиться. Бля, да откуда вы беретесь, а? Я лично задолблю. Так, ну, походу мы уже близко к аварийному выходу. Надеюсь, загрузки здесь не будет. Да. Это еще что такое было? Ладно, понятно, какое-то чертило. Телепортировалось. Это мясо. Мясо пришелец. Он сломал нам проход. Что нам остается? Угу. Трубы как бы намекают. Так, зная мою ловкость, лучше сохраниться. Ага. Будет нормально. Аккуратненько ползти. Так, туда, наверное, прыгнуть не получится. Может, и получится, но рисковать не будем. Потому что здесь есть более загрузка. Это уже восьмая на этом уровне. Короче, здесь есть более безопасный проход. Конечно, можно сохраниться. Попробовать погеройствовать. Но что-то мы на этом уровне задержались. Так, что там, пойдем вниз? Или вперед? Давайте сначала сюда попробуем. А здесь разницы походу нет. Что здесь? Здесь же, да? А, нет, это, видимо, вот эта комната, да. Вот она. Так что разницы, в принципе, нет. Так. Здесь тоже мост сломан. Поэтому остается... Вернее, ничего не остается. Кроме как спускаться ниже. Господи, как же их много. Но они хотя бы между собой воюют. Ух ты, блядь! Этот пылесос прокачан. Он харкнул меня! Какого хера он харкнул меня? Смотри, бля, графа крутая. Смотрите, харча вся остается. First aid. Так, судя по всему, нам будет придется. Ну ладно.
быть, да к путь. Что, мы сможем не вылезть? Не, не сможем. Как нам туда вылазить отсюда? Здесь закрыто. Тоже закрыто. Из бочек. Досок. Так вот. Да не, нифига. А, куда я понял? Он как бы намекает. Берем вот эту вот лизалку, которая пониже. Поднимаемся. Повыше. Начинаем ее мучить и нихуя у нас не получается. Значит, нам сюда. Да. Здесь есть лестница. Открываем ворота. Проверяем. Нормально. Так. Берем припасики. Перезаряжаемся. Идем дальше. Вот он, этот ебучий крокодил. Слишком глаз у него страшный. На. Так, ну здесь пока вроде. Так, эта дверь закрыта. Рыбасу с ней кто-нибудь сзади вырвется. Так, мы уже проходили. Сделаем на всякий случай баррикаду. Вот, точно никто не прошел. Ну или, по крайней мере, мы услышали. Так, еще раз быстро сохраняемся. Вентиль не крутится. Так, ну и что у нас тут? Тут у нас очередная головоломка. Нужно будет какать по ящикам. Так, выставлены они вроде нормально. По бронированному. Андрей, который я выкинул. Ладно. Знаю, что в этой игре есть физика, я лучше сохранюсь. Так, надеюсь, ничего там не уебется. Да нет, сейчас уже, наверное, выберемся. Так, понятно. Так, это загрузка автоматом, да, спасибо. Читайте мои мысли. Так, все, медленно мы перескакиваем сюда. Долетели. Ну, в смысле, долетели. Понятно. Здесь надо делать что-то другое. На, ништяк, оно даже с того места. Практически с того места. Так, нам может даже не туда. А может быть сюда. Даже. Или не даже. Как нам до туда долететь? Ага, вот так. Олдовые игры. Они практически все такие были. Как же жопа горела, помню, в детстве. Так, здесь у нас вроде все чисто. Опять это бусеница.
Но на них мы уже научились реагировать. Все четко. Так, чекнем, что у нас здесь. Понятно, надо было взрывать их. Ай, что здесь стреляют. Понятно. Нет. Так, ладно, вроде живы. Патронов, правда, много потратил. Что не есть хорошо. Надо было по бочке стрелять. Открыто. Что у нас? Печка. И лифт. Все, надеюсь, это финальный лифт. И мы выходим. 9-я загрузка. За первый вал. Так, вроде мы спускаемся сюда. И доходим до офисного комплекса. Здесь у нас немножко подлагивает. Так, это в общем у нас глава вторая, которую мы начинаем с убийства двух маленьких кротов. Но это, наверное, в следующем обзорчике. Сейчас посмотрим, как их убьют. Съели. Ясно, Рудар, меня съели. Ну ладно, сохраняемся. Остальное будет во второй части. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.